человек должен быть человеком. В любых условиях, будь он руководитель или будь он не руководитель, подчиненный, он должен оставаться человеком. Сдержанность, уверенность в себе. Пунктуальность, ответственность. Справедливость, добросовестность и трудолюбие. Принципиальность, грамотность во всех вопросах. Самообладание. Организованность, собранность и умение планировать время. Прежде всего, порядочность. Это, наверное, сегодня антикварное качество. Ну, честно говоря, я думаю, что все качества хорошего руководителя в обычной жизни полезны.